Всем привет, друзья! Если вы хотите попасть в следующее видео, тогда делитесь этим роликом ВКонтакте с хэштегом «Статус видео», и я выберу рандомно, кто попадет в следующий ролик. Как эти ребята, например. И не забывайте про ключ от игры в Стиме, который спрятан в этом видео. Для того, чтобы сделать убойный спиннер, мы берем сам спиннер. Канцелярским ножом аккуратно снимаем заглушки на подшипнике. Теперь нам понадобится сверло на 8 мм. На которое нанесем немного суперклея. Вставляем сверло в центр подшипника, чтобы сделать ножку для нашего спиннера, на которой он будет вращаться. Салфеткой убираем остатки клея, чтобы он не испортил нам подшипник. Я достал 3 запасных лезвия из канцелярского ножа. Они слишком длинные, поэтому обламываем их, как показано в видео. Теперь нам понадобится 6 таких шайб, 3 болта и 3 гайки к этим болтам. Крепим лезвие от канцелярского ножа к спиннеру, болтами прижимая шайбами с двух сторон, как показано в видео. Скорость вращения спиннера будет очень высокой, поэтому хорошо затягиваем гайки, чтобы лезвия не разлетелись в разные стороны. Вот что у меня получилось. Я перевернул болты в обратную сторону, чтобы они не цепляли резьбой поверхность стола. Это будет нам ни к чему. Раскручивать наш спиннер будет компрессор. Как мы видим, он очень мощный, им можно раскрутить этот спиннер до нескольких тысяч оборотов в минуту. Ну что, настало время проверить, на что способен наш малыш. Но перед этим минуточку внимания. Ребята, я хочу вам кое-что показать. Одно крутое приложение, которым я с недавнего времени пользуюсь. Для того, чтобы найти друзей, разумеется. Называется Badoo. Очень занятное, между прочим. Давайте договоримся так. Вы сосчитаете, сколько раз я в этом видео скажу слово Badoo и напишите мне правильный ответ ВКонтакте. Я за это вам отвешу лось на аватарку. О, прям сходу у нас появилась Анастасия. Свайпом вправо мы поставим лось Насти. Нет, мне не нужно уведомлений. Приложение годится для всех, кто хочет найти себе друзей или вторую половинку. Кто знает, может именно тут ваша судьба поджидает вас. Но для начала настрою свой аккаунт. Разумеется, заполним внешность. Так, где-то я пролистал свой рост. Вот он. О, оказывается, я 6,1 футов по американским меркам. В сантиметрах мне нравится больше. Теперь все как положено. Вес. Чувствую себя словно в военкомате. Все, я настроил аккаунт, и теперь посмотрим, сколько же здесь людей готово пообщаться. А их тут очень-очень много. Кстати, общение в Badoo организовано очень круто. Если твои интересы совпадают с кем-либо, тогда ты можешь смело писать сообщение этому человеку. Если же нет, тогда ставим сначала лайк и ждем, пока нам в ответ тоже поставят лойс, и тогда можно начинать общаться. Также интересна обратная ситуация, когда тебе первому ставят лайки, и ты выбираешь, с кем тебе начинать беседу, а с кем нет. От себя хочу отметить, что в Badoo народ очень общительный и расположенный к знакомым. Хотя о чем это я? Badoo ведь для этого и создано. В общем, рекомендую чекнуть это приложение по ссылке в описании. Я уверен, вы останетесь довольны. Первый в расход пойдет сосиска. Это было очень быстро. Давайте посмотрим в замедленной съемке. 1000 кадров в секунду. Дальше на очереди у нас банан. Посмотрите, как наш спиннер мелко нашинковал его. Для эксперимента запустим вареное куриное яйцо. В замедленной съемке отчетливо видно, как наш спиннер разбивает яичную скорлупу в мелкую пыль. Но это не так интересно. Теперь настало время проверить, сможет ли наш спиннер справиться с банкой колы. Ставьте на паузу, чтобы было все по-честному, и пишите свои догадки в комментариях, выдержит ли банка колы атаку спиннера или нет. Ё-моё! Блин, кола забрызгала всю мою студию, все бумажные фоны промочила. Я их недавно, кстати, купил.
все вокруг в Кока-Коле. Даже посылка, которую мне прислали на анпакинг. Я пошел за тряпкой все отмывать. Ну а вы подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И кто знает, может именно ты успеешь активировать ключ от игры в Стиме в следующий раз. Если хотите увидеть продолжение с нашим спиннером, тогда ставьте лайк. Ну а я с вами прощаюсь. Пока.